обычный день в Чикенгане. Наконец-то я сюда приехал. Да, машина, конечно, вся уже поломалась, бензина мало. Но теперь можно спокойно пойти на работу. Да. Это там что происходит? Что-то там происходит, а? Кто там сделал? Не понял, здесь что такое происходит? Я генерал. Ну немедленно прекратить здесь всю этот бой. Что здесь происходит? Получайте, неудачники. Это чё? Это чё? Монстры, что они тут делают? Ладно, получай, вот чё. Я их всех освободил, этих монстров. Что мне теперь делать? Что теперь будет? Что? Бежать, безумие в городе опять начинается. Начинается, это чё, безумие? Что здесь происходит? Получай. На, получайте. Это тут что такое происходит? Ну немедленно прекращайтесь, иначе начнется бомбардировка. Получай, снеговик! Надо где-нибудь спрятаться. Я лечу. Ля-ля-ля-ля-ля, вот вроде и поработал. Ля-ля-ля-ля-ля-ля. Ой, так, что вы тут все построили? Почему дорога перекрыта? И генерал-генерал-генералович, ну немедленно вскройте дорогу. Немедленно. Опять безумие в городе. Бежать. Опять безумие в городе. Каждую субботу происходит. Хотя тоже буду что-нибудь делать, все взрывать. Так, вот я и вернулся. Да и срочно это тут все закрыть. Получай. Что здесь опять происходит? Опять тут что-то натворили. Опять тут что-то подорвали все. Едем. Так. Что опять безумие в городе происходит? Да. Так, сейчас зайдем в дом. Ага, получайте. На, все. Метеориты летят. Все. На, получай, дурацкая мебель. Кто ее тут сегодня? Кто ее сюда поставил? Получайте. На, вот так и надо. Вот так и надо. Едем. Так. Срочно надо построить себе дом и обустроить его, иначе где я буду жить в этом безумном мире? В этом безумном городе. Так, еда. Так, вроде дороги не А ну, иди сюда. О, черт, надо срочно переезжать в другой город. Так, вроде в этом городе спокойно, да. Ничего такое не происходит. Да, вот все ходят, бегают, прыгают. Так, нужно отдохнуть. О, хорошо. Так, скейт, поехали.
Скоро эта мусорка будет на колесах, я смогу на ней передвигаться. Едем, едем, едем. Так, так. Срочно надо, срочно тут что-то построить, так ничего не получается. О, меня снимают, меня снимают. А-а-а, я попал в видос. Такси, помедленнее едь. Все, наконец-то я сюда приехал. Приехал. Так, еще надо построить секретную базу, чтобы здесь никто не был. Что? Что за звуки? Опять метеориты, опять безумие в городе. А, опять, опять, что там происходит такое? Бежать, бежать, безумие в городе, ненавижу. Безумие в городе. Кто машину подорвал? Бежать, бежать, бежать. Не надо было мне машину взрывать. Так, вроде я достроил свою незаходимую базу, которую никто не сможет зайти. Это еще такое? Че, получил. Это моя база, ха-ха-ха. Ты кто такой? Ты что тут делаешь? Неважно, получай. Битва с пушками, На-на-на-на-на-на-на-на, я лучший солдат, я самый лучший солдат, ага. Получай. У тебя ничего не выйдет, ага-ха-ха. Не надо было базу рушить, теперь все заново надо строить. А ты тут что снимаешь? Ну давай проваливай отсюда. Базу нормально не даете построить. Вот я и приехал отомстить за своего друга. Пора полностью подорвать эту базу. Так, а где база? Кажется, сдался этот солдат, ее снова строит. Ну и хорошо. Ну, вроде построили. Да спрячу ее под карту, никто ее не заметит. Ну и хорошо. Как хорошо в этой гостинице жить. И как хорошо, что у меня на всякий случай есть дробовик. Это что тут? Оператор снимает меня, что ли, на видео? Убирай камеру. Что там происходит? Опять безумие в городе. Ну что, я теперь приделал колеса к этой мусорной ведерке. Теперь я могу в помойке кататься. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Слышь, ты что наделал? Ты почему тут все поломал? Прости. Ладно, прощай. Что это тут катается в мусорном ведерке? Давай это ему поможем. Слышь, ты что тут катаешься? На мотоцикле своем. Не понял, ты тут что сделал? Чё мою машину украл? Ты что, совсем уже? На. Промазал, ничего страшного. Новые изобретения соберу и построю. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Вот вроде я и вернулся. Ты вообще что здесь делаешь? Зачем в мусорном ведерке катаешься? Ты лучше на обычном транспорте катайся. Ну что ты тут сделал? Почему тут дым какой-то идет? На-на-на, что здесь происходит? Как это круто! Так, вроде я новый игрок. Надеюсь, здесь все будет мирно. Помоги здесь уничтожить эту помойку. Хорошо.
Так и надо тебе. Фу. Надо было реактивное мусорное ведро ломать. Все, так и надо. Ха-ха-ха. Все. Поехали. Ломаем тут все. Это что здесь еще происходит-то? Это что мою машину опять украл? Что здесь происходит? Все, надоело.